Я приехал на место, где по легенде живет настоящий Губка Боб. И что это? Я вижу какую-то бутылку, и там лежит бумажка. Неужели это рецепт Крафтсбургера? И так я плыву просто напролом через все эти водоросли. Посмотрите, банда. Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис. И, бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, бати, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе с него очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И, банда, вы просто не поверите, что сегодня за 6 я собираюсь сделать. Буквально 2 дня назад я купил себе настоящий подводный дрон, с помощью которого смогу исследовать подводный мир и увидеть все то, что мы не увидим в реальной жизни. Вы только представьте, какие жуткие находки я могу заснять на дне речек и озер, или же морей и океанов. Ведь мой дрон может опускаться аж на целых 100 метров. Там реально на дне могут лежать жуткие вещи. Именно поэтому, банда, сегодня я приехал на место, где по легенде живет настоящий Губка Боб. Где-то здесь находится настоящий бикини-ботом. Если мне удастся заснять его на мой дрон, это будет нечто, банда. Именно поэтому давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда я со своего подводного дрона попытаюсь снять реальную русалку. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про разных монстров. Так что, бандит, скорее, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем мой подводный дрон. Погнали! Так, банда, надеюсь, вы готовы. Подводный дрон я уже запустил. Он отплыл куда-то на 100 метров от нас. Но перед тем, как мы начнем исследовать подводный мир, я хочу вам зачитать легенду, как же появился Спанч Боб и Бикини Ботом. Итак, банда, легенда начинается так. Бикини находится на самом дне Бикини Аталона на Маршалловых островах, где мы сейчас находимся, банда. Мы прямо между этих островов, где правительство США провело 23 ядерных испытания во время холодной войны. В результате чего Губка Боб и его водные друзья подверглись ядерному облучению. В качестве альтернативы они могут быть людьми, ранее работающими на этой атомной станции, теперь же обратившихся к водным мутациям, что объясняет современную буквенную систему и одеяние этих предполагаемых существ, отрезанных от реального мира. Просто вдумайтесь, банда, то есть, возможно, эти существа ранее были реальными людьми. Тем не менее, давайте быстрее опустим подводный дрон и посмотрим, что же происходит под водой. Итак, банда, как только я нажму на кнопку погрузить дрон, он сразу же опустится в воду. Давайте это сделаем. Я нажимаю на кнопку, просто посмотрите, банда, мы уже под водой, здесь песок. О, черт, какие-то водоросли, я немного в них врезался. Я просто не могу в это поверить. Посмотрите, что за жесть я вижу. Мы реально можем снимать под водой, банда. Черт возьми, я в таком шоке. О, черт, очень тяжело этим дроном управлять, он какой-то тяжелый. Он очень отличается от воздушного дрона. Тем не менее, банда, то, что мы можем снять с этого дрона, это просто жесть. Только вдумайтесь, настоящих морских монстров. Посмотрите, я вижу, что там внизу, там телефон. О, черт, кто-то просто потерял свой телефон, банда. Только гляньте на него. И я вижу, там около него плавают какие-то маленькие рыбки, мальки. А что если это жители Бикини-Ботома, банда? Просто посмотрите на них, как их здесь много. Что если это реально те самые рыбы, которые живут в Бикини-Ботоме, банда? Это полная жесть. Кто-то реально потерял здесь телефон. Было бы круто достать его из сна и посмотреть, или же даже отдать его хозяину. Я могу это сделать, только для этого, для дрона, нужно купить специальные щупальцы. Тем не менее, банда, посмотрите, здесь огромное колесо. О, черт, что оно здесь делает? Оно такое ржавое. Похоже, что это колесо очень долго лежит под водой. Возможно, ему даже больше лет, чем мне. Только вдумайтесь в это, банда. Но как оно вообще здесь оказалось? Я просто в шоке от всего этого, банда. Посмотрите на него, какое оно криповое. Надеюсь, что это не кого-то убили и вместе с ним скинули его велик. Надеюсь, что просто кто-то потерял это колесо. Я не знаю, как через него проплыть. Неужели нужно плыть через водоросли? Давайте это сделаем, банда. Просто напролом плыву. И посмотрите, у меня получилось выплыть. Вы видите эту жесть? О, черт, банда. И гляньте, с другой стороны лежит тот самый белый телефон. Я просто в шоке, банда.
Панда, посмотри, как он там лежит. О, черт, это жесть, Панда. Еще огромная проблема — это батарея этого дрона, ее очень мало. Тем не менее, я вижу здесь только какие-то камни. Больше ничего не видно. Нужно еще найти эти домики жителей Бикини-Боттома. Где они могут находиться, я пока что без понятия. О, черт, Панда, я куда-то выплываю. Но здесь просто камни. Итак, Панда, о, посмотрите. Еще один телефон черный, вы видите? Нужно отплыть от него. О, черт, Панда, просто посмотрите, как много здесь потерянных телефонов. Их хозяины даже не надеются их найти. Но, возможно, в будущем мы сможем достать их из-под воды и отдать прошлым владельцам. Тем не менее, как же это все крипово выглядит. Я никогда не думал, что смогу заглянуть в подводный мир. Что если кто-то живет под этим телефоном? Что если у кого-то там дом? Тем не менее, давайте плыть дальше. Посмотрите! Здесь какой-то трезубец. А что если этот трезубец Посейдона? Но что он здесь делает? Почему он все еще не в руках Посейдона, Панда? Что за бред? Неужели Посейдон его просто потерял? Это жесть, Панда! Я реально не понимаю, почему трезубец Посейдона так просто лежит посреди моря. Неужели он его потерял? Тем не менее, Панда, я уверен. И посмотрите, я вижу там какую-то пещеру. Возможно, там даже кто-то живет, но я никак не смогу туда заплыть. И, Панда, если мы нашли трезубец Посейдона, значит, мы на верном пути. Где-то должен быть Бикини-Боттом и до Москвы, и твердой губки Боба, а также камень Патрика. Нужно только их найти, Панда, мы где-то рядом, я прям в этом уверен. Тем не менее, я вроде бы пока что ничего не вижу. За этим трезубцем ничего нету. Нужно плыть дальше, Панда. Мы не должны потерять возможность их заснять в реальной жизни. Нужно плыть напролом через водоросли, потому что мы здесь просто в замкнутом круге. Где-то рядом должен быть Бикини-Боттом, Панда. Этот трезубец просто так здесь не может лежать. Итак, Панда, я просто плыву напролом. Надеюсь, что смогу куда-то выплыть. Я просто влетаю в водоросли. Черт, ничего не видно. Я давлю на кнопку вперед, Панда. О, посмотрите, что-то виднеется. Где я вообще? Здесь просто все водоросли. Я вообще ничего не вижу, Панда. Надеюсь, я не потеряю тут свой дрон. Итак, я что-то выплываю куда-то. Посмотрите! Здесь просто какие-то пещеры. Вы видите эту жесть? Где я вообще? Что это за место? Я никогда такого ранее не видел, Суприм Панда. О, черт, я просто в шоке. И так как-то так аккуратно, чтобы ничего не зацепить. Если хоть один камень упадет на мой дрон, то это конец, я не смогу его достать. Тем не менее, Панда, я уже выплываю. Просто посмотрите, что это? Я вижу какую-то бутылку, и там лежит бумажка. Неужели это рецепт крафтсбургера, Панда? Да, просто посмотрите на него. Как же сейчас не хватает этих щупалец, Суприм Панда. Мы бы смогли его достать и посмотреть, что написано. И мы бы узнали секретный рецепт. Это жесть, так вот, где мистер Крабс его прячет. Это такой ужас, Суприм Панда. Я просто не верю своим глазам. Мы реально снимаем настоящий рецепт крафтсбургеров. Тем не менее, Панда, где же Бикини-Боттом? Он где-то рядом, я в этом уверен. Нужно плыть через эти водоросли. Итак, набираем скорость и просто плывем. О, черт, напролом, Панда, посмотри. Третий, гляньте! Это же домик Сквидварда и Спанч Боба, вы видите? Это ананас, Панда! Это реальные их дома, я просто не верю своим глазам! О, господи, что вообще происходит? Давайте заглянем в окна! Возможно, там Сквидвард, Панда! Но я ничего не вижу, там просто пустота! Это такой ужас, Панда! Мы реально сняли их домик, и они реально существуют! Я просто в шоке, Суприм Панда! Они реально существуют, реальной жизни! Не мы нашли с помощью моего нового подводного трона. Просто посмотрите, реально эти дома. И гляньте, я вижу камень Патрика. А что если Патрик лежит под ним? Давайте его сдвинем, Панда. Просто напролом я его сдвигаю. О, черт, здесь никого нету. Патрика сейчас нету дома. О, господи, куда же они все могли деться, Панда? Нужно оплыть всю местность. Мы еще не увидели весь Бикини-Боттом. Я просто в шоке, Панда. Но мы уже смогли найти дома Сквидварда, Спанч Боба и даже Патрика. Я в таком шоке, что вообще происходит. Тем не менее, нужно плыть дальше. Где-то здесь должен быть и Бикини-Боттом. А также Красти Крабс. Нужно найти его, Панда. Я должен это увидеть в реальной жизни. Итак, аккуратно плываю их. Итак, куда я сейчас выплыву? О, черт, я врезался в камни. Только не это, Панда. Мой дрон занесло и просто пропал сигнал. Что это было? Я просто только что потерял свой дрон. Вы видели эту жесть, Суприм Панда? Я просто не могу в это поверить. Посмотрите, я выплываю. И гляньте, вот же улитка Кэрри.
Он прячется где-то, вы видите эту жесть? Он реально существует, такой же самый, как и в мультфильме, он такой же самый в реальной жизни. Я просто в это не верю, Supreme Panda, посмотрите, почему он не двигается? Неужели он прячется от моего дрона, Панда? Я просто в шоке, мы реально сняли улитку Гэри, гляньте на эту жесть. О, черт, дрон занесло, я врезался прямо в него. И снова пропал сигнал Supreme Panda. Нужно быстрее вернуть сигнал каким-то образом, я не знаю, как я это сделал тогда. Итак, я не вижу улитку, он исчез. Гэри просто куда-то уплыл, Панда. Я в шоке, мы где-то рядом около бикини-ботома. И остальных жителей этого городка, нужно их найти. Но Гэри куда-то упал, здесь даже не видно его следов. Мы никак не сможем за ним проследить, Панда, это так печально. Итак, я плыву просто напролом через все эти водоросли. Посмотрите, Панда, вот Патрик. Он просто лежит и загорает, или что он делает? Я не верю своим глазам, Панда, он реально существует, но дроне какие-то помехи, он просто врезается в камень, снова нету сигнала. Я не понимаю, что это за жесть, Панда, что вообще происходит, сигнал просто пропадает. И посмотрите, дрон снова вернулся, и гляньте, это же Спанч Боб. Он около своего дома, но все очень сильно лагает. Я просто в шоке, Панда, он идет себе домой. О, черт, очень сильные помехи, Панда, нужно возвращать дрон побыстрее, иначе мы его потеряем. Возможно, эти помехи связаны с тем, что это аномальные звуки. Зоны, здесь были ядерные испытания, и поэтому техника выходит из-под контроля. Тем не менее, Панда, мы только сняли Патрика, Спанч Боба и Гэри. Мы все еще не увидели остальных жильцов бикини-ботома, и самого бикини-ботома мы не видели. Мы обязательно должны сюда вернуться и на этот раз заснять весь бикини-ботом. Так что, Панда, скорее ставь лайк, а также под коммент из-под прошлого видео. Просто вглядись, какие они шикарные, идеальнейшие комментарии. Ну а, Панда, если вдруг ты их хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, про ты уже в новом видео. Лайк, колокол, комменты, ты мой новый видео бандит. И помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!